Welcome to Amsterdam. Ну что, погнали. С конца 2019 года Голландия больше не именуется Голландией. Второго названия Голландия больше не будет, потому что с этим названием очень много плохих, негативных ассоциаций. И для нас, для русских, Голландия как была Голландия, так и ей и останется. Вспомнить даже не будем же мы в Питере переименовывать новую Голландию в новые Нидерланды. История России, связанная с Петром Первым, связана также и с Голландией, а не с Нидерландами. Да, как раз здесь, недалеко от Амстердама, в маленьком городишке Заандам, находится точная копия памятника Петру Первому, который называется «Царь Плотник». Такая же скульптура находится на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге. Ну, как вы понимаете, с приходом коммунистов и большевиков данные памятники были признаны неуместными. Еще одна удивительная особенность, которая связана с Голландией, это то, что в университетском городке Лейден, где находится самое большое количество университетов и студентов, был запущен в начале 2000-х годов проект с международными стихами. На стенах домов были изготовлены и опубликованы стихи множества поэтов, включая поэтов Серебряного века, среди них Блок, Цветаева, конечно же. Ну и снова, возвращаясь к истории между Россией и Голландией, то, конечно же, стоит вспомнить Анну Павловну, императрицу, которая была, происходила из романовского рода, была женой Вильгельма II Оранского. Павловну очень полюбили в Голландии за то, что за ее благотворительную деятельность она помогала, открывала дома для бедных и сирот. После смерти мужа Вильгельма II Оранского Анна Павловна узнала, что у ее бывшего мужа оказалось очень много долгов. Муж любил покутить. Анна Павловна решила продать коллекцию мужа Эрмитажу. Таким образом, в Петербургском Эрмитаже была скоплена и была приобретена большая коллекция голландских мастеров, в том числе Рембрандта. Взаимодействие между Голландией и Россией очень исторически позитивно, и из этого стоит брать свои уроки. Ну, безусловно, послевоенная история на территории Европы сказалась не в российскую сторону, и все западные европейские страны оказались под патронажем Соединенных Штатов Америки, которые определили для Европы на десятилетия план Маршалла, по которому развивались эти страны. Сегодня мы, в принципе, наблюдаем в Голландии определенное демократическое развитие и либеральную направленность. Между Россией и Голландией сегодня существуют большие барьеры, такие как сбитый Боинг над территорией Донбасской независимой республики, и также, конечно же, неприязнь к различного рода законом Путина и, в общем, вообще в целом принятие путинской России как некой диктаторской страны. Также, возвращаясь немного к истории, можно вспомнить про российский флаг, который имеет такие же цвета, как и голландский национальный флаг. И, ну что, вопрос, откуда история российского флага на самом деле покрыта большим секретом и тайной. Откуда появился российский национальный флаг, это большая загадка. Но говорят, что он появился во времена Петра Первого, и, скорее всего, безусловно, это связано с тем, что Петр Первый присутствовал и был в Амстердаме. Одна из легенд гласит, что Петр Первый создал в России флот, военный флот, и ему необходимо было знамя, такое же знамя, как для судов, под которыми ходили голландские суда. И у него в штате был некий голландский чиновник, которому было поручено разработать для России национальный флаг для
нахождение военных судов. Далее вы сами понимаете, что могло произойти. Напоследок хочется добавить, что под командованием или под руководством голландских тренеров Гуса Хиддинга и Дика Адвоката наша сборная и также команда «Зенит» одерживали победы, занимали первые места, и это как бы тоже говорит о многом.